listen up, Eddie. It's time to get out there and nail that bastard. War Dogs? Yeah! Ну что ж, собственно, здравствуй, мальчик. Здравствуй, Димыч и Андреич, который вообще не смотрит это видео. Собственно, продолжаем мы ковылять по миру Манханта. У нас новая серия, новые эпизоды, новые враги, какие-то боевые псы. Это то ли какая-то уличная банда, смешанная с какой-то военной отраслью, то ли как что-то в этом роде. Я точно сказать не могу, записываю на скорую руку эту серию, прям просто сел, начал записывать, когда пока есть время. Пока вот у меня 3 дня, по сути, свободные есть, я вот сел, записывать буду, даже, возможно, каждый день буду выкладывать. Только не каждый день, не сразу будут выходить в 2К. Все, значит, порассуждали мы обо всем, переключаемся чисто на игру, смотрим, как, что, тут надо кого убить. Да, только вот у меня нету вообще никакого оружия, то есть пока у меня оружие не найду, ближнего боя, я его даже ничего с ним не сделаю. А убивать его кулаками, это такое себе, он меня быстро убьет. Вот. Даже недавно в RDR 2 играл, там враги были, которые атаковали ближним боем с ножами, и там они мгновенно подбегали и мгновенно ваншотили просто-напросто. Просто ваншотили. Вот. Мгновенно. Их надо было сразу убивать быстро огнестрелом. Тут вообще даже огнестрела нет. То есть, капец вообще полный. Так что тут надо что-то искать. Какое-то оружие. Вот. Иначе мне незачем вам говорить, что будет. Вы и так прекрасно все это знаете. Блин, надо задать. В уютное помещение. Вот он все более-менее успокоился, загорелся желтым. Это говорит о чем? Правильно, о том, что он долбоеб. О, в смысле о том, что он успокоился. И мы можем спокойно пройти. Так, давайте еще обойдем ту часть, поскольку там, возможно, есть оружие ближнего боя. А нам оно сейчас очень необходимо, потому что нужно убивать этих врагов. Самое обидное, что и бежать нельзя, бегать, потому что сразу спали, мы сразу спалимся, а мне этого не надо. Так, он сейчас обернется, я не знаю, тут ничего нет, народ, тут нет вообще ничего, тут надо просто идти вперед и все. Зря я начал обходить, но в любом случае проверить это место надо было. Вот, а то иначе. Что иначе? Иначе мы бы не поняли, есть там оружие. Но он тут будет ходить, как это, в принципе, очевидно. Поэтому просто проходим вперед и все. Только не бежать, главное. А то нас спалят. Так, что у нас тут? У нас тут пока никого нету. По крайней мере, я никого не... О, вот, отлично. Отлично. Провод. Это же отлично. Можно и проводом, в принципе, убить. Неплохо. Только, по-моему, этого провода его хватит всего на одно убийство. Его на одно убийство всего хватит, этого провода. Ладно, сейчас попробуем врага ближайшего убить. Пока есть возможность. Я не хочу перепроходить, если честно. А, вот, все, он встал тут. Should maybe find a quiet corner and jerk off. Relieve the tension. Как видим, он тут просто стоит. Я не знаю, честно говоря, будут ли эти враги сильнее, либо будут ли эти враги слабее, чем те, которые были.
Мне и тех, в принципе, хватило. Кстати, торговые автоматы в копию, как в GTA San Andreas. Те, кто играл, те понимают прекрасно. Из этих автоматов можно было СиДжеем выпить, короче, напиток. Ну, вы знаете, те, кто играл, те понимают, о чем я говорю. Вот. И, собственно, он идентичен прям тому автомату. Я вот только не помню, Манхант вышел после GTA San Andreas или перед. Я вот уже забыл, если честно. Так, давайте посмотрим. Так, тут у нас есть обезболивающие. У нас, собственно, два уже есть. Одно обезболивающее в самом начале игры, и второе здесь. Я буду проходить тихо, смирно, но если какая-то будет хреновая ситуация, я буду вынужден материться. Как говорится, кричишь, орешь, материшься, да? Вот. Ну, мне просто буду вынужден материться, потому что я не люблю, когда что-то идет не так, как я хочу. А если что-то идет не так, как я хочу, то происходит без... Вы поняли, что... И лучше не делать ничего такого, чтобы шло так, как я не хочу. Иначе... Иначе будет жесть. Так, тут я никого пока не вижу. О, тут, кстати, что-то еще вон есть. Что-то еще вон лежит, смотрите, народ. Что-то еще лежит. О, это еще, видимо. Это что? А, еще провод. Еще провод. О, у нас уже два. Вот, два уже оружия. Ну, нож, видимо, он на несколько использований подойдет. Ну, чтобы совершить убийство. А провод на одно использование. Как я думаю. Вот. Ну, скорее всего, да. Так что... Вот. Тут какие-то голоса, я не пойму, откуда они издаются даже. А я ведь проходил этот момент, я помню, что тут и как, но я... Уже забыл, честно говоря, что здесь да как. И я, по-моему, где-то до сюда и до записал. Хотя нет, я записал всего одну серию, записал. И уже потом удалил прохождение Манхантов в 2017, по-моему, году. Что это? Что это сейчас было? В смысле, вы серьезно? А кто нас палит-то? Никого же нет. Кто нас палит-то? Стоп. Я чуть ничего не понимаю. Либо это я что-то не понимаю, либо я что-то не догоняю, но... Нас спалили. А, вот, кто-то идет. Кто-то идет. Давайте сныкаемся в толчке. В толчке потонем, спрячемся. А, вот сейчас он повернется обратно. О, отлично. Ну, у этих, кстати, пока что гвоздеметов нет. Вот у этих вот. Давайте его сделаем желтым убийством. Следующего врага убьем самым жестоким убийством. Ну, типа, от этого рейтинг выше, я не знаю, как еще. Что делать-то? А, Enter. А, в смысле? А, здесь, короче, нужен инструмент, который металл режет. Вот, точно. Нам нужно найти инструмент, который режет металл. Что, по ножом нельзя это что-то убить? Разве нет? В смысле, нет. Или тут ключ нужен. Или нужен ключ, хрен его знает. А-ля Resident Evil. Я не знаю, народ, давайте просто пойдем вперед, посмотрим. Может быть, тут где-то что-то какой-то ключ есть, который откроет. Это же какой-то Silent Hill попахивает. Resident Evil, Silent Hill какой-то. Ищем ключи, чтобы открыть двери. Так, тут бутылка. А эти бутылка, кстати, это ни хрена не коктейль Молотова. Что это? Это ни хрена не коктейль Молотова, это просто бутылка, чтобы отвлекать врагов. Так, давайте, короче, возьмем нож. Видите, мы убили врага, и он не исчез. Значит, он на несколько использований хватит этого ножа. Так, и короче, что я могу сказать? Тут два врага. И уже такое вот себе. Уже не просто атаковать, потому что два врага, это уже вам никак не нужно. Но нам нужно, походу... Привлечь. Круто привлекли. Беги, молодец.
А чё не по двое-то, блин? Мне неудобно так, алло, когда по двое. Блять. Так ходит непонятная траектория прохождения. Быстрее, блин, сейчас тут спали. Сейчас второго быстренько убьем. О, отлично. Чисто как дурацкий звук. А, что-то мне такое чувство, как будто он их средним убийством убивает. Средними атаками. Не самыми легкими, а средними атаками он просто бошки срубает. А что же будет, когда красным? Я до красного доведу. Что, он вообще их будет, что ли, разжигать, что ли, с этим ножом? Не пойму. Это, конечно, вообще не понимаю. Не суть. Ладно, идем дальше. Мы прорубили себе, кажется, проход. Светлое будущее. Так, ну я не думал, что нужно сейчас брать аптечку, потому что нужно лучше сэкономить. И тут у нас... Так, что-то мне кто-то написал. Сейчас, секундочку. А, это реклама. Это реклама тупая. Тупорылая реклама. Короче, вот чекпоинт. Стас. Точка сохранения. И давайте идем дальше. Это опять те двери с этим замком, с цепью. И непонятно, чем их нужно, короче, прорубить. А еще, возможно, нужно вернуться назад, чтобы ту дверь открыть. Там, возможно, есть какой-то бонус. Так давайте... Привлечем этого дурачка. Ну, мне кажется, что по атакам эти враги будут, получается, посильнее, чем прошлые. Но, в принципе, если так же аккуратно, скрытно их убивать, то, думаю, ничего не будет. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Боевые псы. Я думал, пес это только Вова. Вов, бабь, пес. Нормально. Так, а что тут у нас? А вон еще враг, я вижу. Давайте еще этого привлечем. Так, тут у нас аж три врага. Четыре врага! Ни хрена себе! Капец! Это капец, народ, четыре врага. Ну это, видимо, на все враги в этой локации, я думаю, так. В принципе, ну как иначе, я не знаю, как там иначе может быть. Но сейчас страшно то, что они все воедино смешались, и их убить будет довольно сложно, на самом-то деле. Так, давайте... Давайте вот этого, наверное, убьем. Нас спалили. Как же он долго это все делает? В натуре долго все это делает. Осталось всего три. Подумаешь, три. Это всего лишь, это так мало. Я же CJ, я же могу так быстренько всех убить. Пару раз кулачком и все. Тут такая механика тупорылая, народ, если честно. Если бы GTA San Andreas там пару ударов сделал и все, уже убил врага, там, то тут это, блядь, сделать гораздо сложнее. Но, видимо, так специально этот движок Rage заточили под тяжелое прохождение, чтобы было не просто проходить. Так, вот он смотрит. Так, все, они уходят. Нормально, он красным загорелся. Это ж ужас. Ой, он обратно идет. Он идет обратно. Давайте еще привлечем. Нет, давайте не будем его привлекать. Он и так идет обратно. Я думаю, нужно... А, нет. Стоп. Сейчас мы его быстренько, четенько его. Сейчас мы его... Блин. Сейчас мы его сбреем, как это говорится, дословно. А, нет. Так, мы уже близко к нему. Это, кстати, да, забыл кое-что сделать. Надо яркость прибавить в настройках, потому что вообще ничего не видно, если честно. Яркость.
Я смотрю прохождение свое, я вообще ни хрена не вижу. В натуре ни хрена не вижу, поэтому лучше пускай будет такая яркость. Тем более с такой яркостью мы лучше будем врагов разглядывать. Там он уходит. Давайте. Ну, в принципе, нас только он услышит, нас тени услышат. Я думаю, давайте еще стуканем. Так, сейчас. Сука! Ну тебе нахрен. Я побежал. Твою мать! Фух, слава богу, повезло, нас не спалило. И видите, как я говорил, что вообще ХП отбавляется очень мало, потому что враги сильнее. Нормально, все. Тут можно бежать, потому что враги далеко. Нас никто, в принципе, не спалит. Мы так только время сэкономим. Так. Да, тут мы были, мы просто обходили. Нас отсюда враги испалили, просто они ничего не могли сделать, потому что тут решетка стоит. Ладно, все, давайте бежим дальше, короче, вперед. Бежим вперед. Может, тут какие-то... Вот, еще аптечка есть, вообще отлично. Да нахрена я взяла-то? Ладно, вот нам показывается синяя точка, нам, видимо, туда нужно бежать. Вообще, в GTA-шках синий цвет обозначает как бы дружбу. Серьезно, в GTA-шках, а эта игра, она по факту как GTA, ну, похоже, карта вот и персонаж идет, то тут получается синее что-то хорошее, то есть друг. Ну, непонятно. Тут основной карты нет, кстати, народ. Нет основной карты. Так, а он идет сюда. Он сюда идет. Он идет сюда. Он сюда идет. Все. Скрытно, отлично. Ну, тут я не думаю, что стоит его привлекать. Просто пускай он пройдет мимо, и мы его пустим, как говорится, и убьем. Сейчас он развернется, и мы спокойненько его убьем. Давайте красным попробуем. Что будет красным? Ух. То же самое, что и синим, по сути. Да. Ой-ой-ой. Похоже, он спалил своего дружбана. Давайте постучим. Блин. Все. По новой прийти. Что у нас, кстати говоря, там? Там еще вон тут стоит, кстати, в натуре. А он просто стоит, он же не оборачивается. Он просто стоит. А, он смотрит в эту сторону, Бежим сюда. Так, еще раз стучим, потому что нужно привлечь его поближе. Так, о, отлично, он идет. Какой-то... Мудила, как говорится, из Нижнего Тагила. Так. Что у нас есть? Сейчас он обернется, мы его быстренько убьем. Ну, просто я не вижу смысла убивать их постоянно красными убийствами. Да, рейтинг будет выше. Он и побежал обратно, блядь, дурачок. И что это? Это скрипт, походу, какой-то. Это скрипт, реально, он... Это скрипт, народ. Короче, я не знаю, что делать. Это скрипт, он быстро бежит обратно. Он даже не уходит обратно, а убегает. Это скрипт какой-то, видимо, срабатывает. Давайте, короче, сейчас он быстренько обернется. Сейчас он обернется, мы его убьем. Ой, нет, не убьем. Короче, я не знаю, как его убить. Он постоянно убегает. Я его не буду убивать ближними атаками, потому что это бесполезно. У них ХП в миллион раз больше, чем... Hey,
чем у тех врагов. Где ты? Сейчас опять развернется сейчас опять и убежит. Тупорылый, блин, мандюк. Ну, этот, который справа, думаю, не будет так быстро убегать. Я думаю, да. Вот этот убежал, это понятно. В принципе, это очевидно. Но этот убегать, скорее всего, не будет. Поэтому его мы уже убьем легко. Блин, вот это вот сейчас было. Вот это вот сейчас было, конечно, народ. Очень неприкольно, потому что он застрял в текстуре. Тут все быстро нужно делать, он в текстурах застрял, он быстро развернулся, спалил, и все, и пиши пропало. Короче, как-то, по-моему, народ, можно его обойти, мне кажется, с другой стороны, может, это можно обойти, или нельзя, хрен его знает, потому что его так, походу, не убить, либо только ближним боем. За гвоздемета было бы неплохо, но он, как объяснить, он... Нету гвоздемета у нас, вот как это объяснить. Кстати, есть одна идея, что можно сделать. Ну, тап. А, в смысле? Ну, я поменял же. Ничего не понимаю, ну ладно. Короче, нам, по-видимому, всему нужно бежать туда. Здесь мы уже были. Просто, получается, обходим эту зону. Тут какие-то понятные вещи. Так, что это? А, это аптечка, но мы ее не возьмем, потому что у нас уже полная тупо. Короче, у меня есть идея получше, что можно сделать. Ну, я не знаю, получится, не получится. Вот. Ломик. Sorry, Cash. This is a grisly situation. Ломик нужно нам искать. Ломик. А где его искать? Непонятно. А, вот, кстати, в натуре. Я знаю, что можно попробовать сделать. Может, мачетом его получится убить? Я просто не знал. Давай, беги. Слепой долбоящер. Так неудобно расположили это говно! Что за, блин? Придятель какая-то. Иди нахрен. Придурок. Придурок заскриптованный, блядь. Так тебе и надо. Давайте возвращаемся назад, народ, надо аптечку взять. Тут, блин, стоит только к одному врагу, блядь, попасться, уже начинается хуйня. Ну, в смысле, вы поняли, что начинается. Даже одного врага убить, это может караться смертью. Серьезно, он, говорю, даже убить одного врага. Вот, ну, я еле понял, какого выманить вообще тут надо было. Непонятно как. Блин, он уже устал. Опа, все, пойдем пешком. Не хочу я пешком идти долго. Долго-долго. Как говорится, рано-рано. Долго-долго. Копил Вова на мопед.
пока какая-то скотина не спиздила у Вова велосипед. Ладно, я шучу. Так, тут вот этот самый Вов. Да. Мы его меняем. Получается, на мачету, потому что... Получается, да. Потому что иначе никак. Вот, ломик сейчас... А, да, кстати, прежде чем мы пойдем туда, мы сначала с вами вернемся обратно. Там была дверь. Дверь, которую тоже можно этим ломом открыть. И думаю, этот лом, в принципе, многофункционален. По сути, да. Он многофункционален. И мы, я думаю, сможем... Погоди, стоп. Как мне пройти? Как мне пройти? Как мне вернуться обратно? Вот туда вот. Мне нужно обратно нужно вернуться. Там же... Смысл? Что теперь делать? Я хочу вернуться обратно. А, все, я понял. Я уже понял. Сейчас вернемся обратно. Тут есть дверь. Вот она. Ее можно открыть этим блоком. Отлично. Ух ты! Это обрез! Это обрез! Ни хрена себе! Вот это вот винтовка, конечно. Вот. Неплохая винтовка, но вот вопрос только один. Где нам от нее брать патроны? Вот это, конечно, вопрос. Мы просто засыпаем. Давайте поменяем. Это вопрос реально на засыпку, где брать патроны от этого, ну, обреза. Тут что-то просело кадрами, народ, не обращайте внимания. Немножко просело кадрами. Вот. Так, забыл, вот эта дверь. Открываем, тут нас ждет с вами поинтик. Его поэтому и назвали кэшем, потому что тут нужно представить, как будто он мусор для всех этих людей. Его нужно истребить, но этот мусор довольно сильный, его хрен истребишь, тем более, когда за него играю я. Так, тут у нас кирпич. Ну, можно и кирпичом отвлечь, в принципе, и этим самым. Бутылкой, давайте ломаем. Это тоже. Что это? А, это осколок стекла. Понятно. Так, аптечку мы пока с вами не берем, потому что нам она может потом понадобиться. Так, а что у нас здесь? Нам нужно сначала с вами найти место. Вот, нашли это место. Давайте привлечем внимание. И хотя бы увидим, сколько здесь вообще входит врагов. В принципе. Да и привлекает. Что такое? Вот, отлично, теперь мы привлекли внимание. Ага. Быстро. Вот это было быстро. Тут еще... А! Тот, которого мы, в принципе, и убили. А, нет, стоп. Это не тот. Ну, где вот он есть-то? Где ты есть, алло? Показывают на карте, что враг оранжевым, а я его не вижу. То ли он наверху, то ли я. Не пойму, где он находится. Он, скорее всего, наверное, наверху, да. Но не скорее всего, а точно. Не забываем, что у нас еще имеется дробаш. Это при крайнем случае. А, да, он наверху. Вон даже показано, что он наверху. Точно. Давай, беги сюда, сыкло. Отлично. Молодец, сейчас мы тебя быстренько убьем.
Разворачивайся. Куда ты пошел, олень? Траектории он пошел, господи. Дурак, блин. А! Сука, отъебись! Отъебись, блин! Иди нахрен. Я сказал отъебись, не же отъебаться было. Придурок. Капец. Придется нам в одно место сейчас вернуться, народ. Это срочно нужно сделать. Вы видели, какой мощный дрободан? Вы видели, с одного выстрела убил. Нормально. Неплохо так. Давайте тут найдем аптечку. Так, где у нас? Пока я ничего не вижу. Так, тут где-то здесь, по-моему, аптечка, если не ошибаюсь. В Сан-Андреас мы могли выпить, в принципе, из Pen Spray. Вот это вот спрей, спартинг, что это такое. И, собственно, нас пополняло здоровье. Здесь мы этого не можем сделать. Ну, нам нужно именно обезболивающее. Оно было где-то здесь, если я не ошибаюсь. Но я тут пока ничего не вижу. Поэтому просто идем дальше и ищем его, потому что ХП мало, нужно что-то делать. Так, тут ничего. А это что значит? Правильно, что мы возвращаемся в самое-самое-самое начало. Потому что там был. Там у нас, собственно, и было обезболивающее, и мы туда и, собственно, возвращаемся. Да, мы же врага тут не убили, ёлы-палы. Тот самый первый враг, которого мы еще тогда не убили, ёлы-палы. Так, давайте его быстренько сейчас убьем. Вот, надо этим ломом убивать. Он им быстро убиваешь, и все. Вот, кстати, это аптечка. Все, отлично. Обезболивающее с нами. Был всего один чекпоинт, и то он был довольно далеко. Неохота перепроходить. Ну, конечно, вы это не увидите, блин, потому что я это перемотаю, нахрен не нужно время зрителей тратить. Но я буду просто мучиться и тупорыть, заново все проходить. Но не надо. Я думаю, что нет. Да, кстати, когда у него заканчивается энергия, он все равно бежит. Только очень медленно, но все равно, тем не менее, бежит. Ничего, сейчас еще успеем пополнить, все нормально. Держись, Кэш, ты же мужик, слабак, я знаю. Так, что у нас тут? Где дверь? Вот дверь. Так, тут давайте уже пойдем пешком, потому что уже опасно. Опасно уже лихачить. Так, итого нам с вами нужно попасть наверх. Нас с вами ждет наверху. Так, давайте сейчас ставим. Ага, давайте ударим. Пока мы никого с вами не привлекаем. Так, тут у нас... Ага, никого. Вот он идет. Один индюк какой-то идет. Вон он оттуда. Давайте еще. А, не надо. Давайте. Так, ну что там? Где-то есть индюк. Блин, это бесит. Он опять спустился по-тупорыльски, блин, опять. Сейчас бы я так спустился бы, как он меня бы спалил, как прошлый его ящер. И было бы и на самом деле бы не смешно. Очень. Тут, как видимо, ничего нет. Это просто обход. Тупой обход. Нам нужно с вами наверх, народ. Сейчас наверх с вами пройдем, и там уже что-то да найдем. Как бы оно и логично, в принципе. Мы с вами обход. Ну, запоминаем место, где обезболивающее, вот. Давайте просто постучим. Нет, никого нет. По крайней мере, близ. А вот еще вторую аптечку вижу. Так, запоминаем место, места, чтобы потом подхватить с полета, так скажем. Так, что у нас тут? Так, смотрим. Пока никого я не вижу. Что? Что?
Я ничего не понял. Что это сейчас было? Давайте привлечем. Это что сейчас было? Там что, снайперник что ли стоит? Я не понял, блин. У них, походу, снайпер стоит. А в нас, походу, какой-то усыпляющим газом каким-то стрельнули. Или чем-то усыпляющим, блин, не знаю. Давайте осмотримся. Там кто-то стоит, по-любому. Какой-то снайпер или кто-то в этом роде. Так, давайте пробуем пробежать сюда. И отсюда постучать, что будет. Ну, вообще правильно говорить отсюда, а не отсюда, но я говорю так, как мне придет. Не суть, давайте еще постучим. Так, который там час? Мне в 11 нужно уже, по сути, на работу. А, еще раз. Ну, что там такое? Идись. А, вон, это он стрелял с усыпляющей этой хренью. Вон, я даже вижу у него огнестрел, походу. По-моему, если не ошибаюсь. Давайте глядим. Ты скотина тупорылая, ну. Иди сюда. Короче, это он стрелял. Теперь понятно, кто стрелял. Надо как-то к нему, короче, прокрасться. Да, да, сейчас мы сможем это сделать. Он, наверное, сейчас развернется. Или не развернется, я не знаю, народ, если честно. Тут негде прятаться, так что... Если он спалит, то достаем дрободан и в него палим дрободан. До свидания. Все. Это что? А, это нужно поменять. Да ну, нет смысла, что это такое. Это какое-то еще ружье. То ли охотничьи, то ли... Я не знаю, что это за ружье. Короче, давайте не будем это брать. Нам, в принципе, мне и тот дробовик нравится. Так, тут опять замок. Опять лом нужен. Открываем. Кстати, открытие этих замков тоже палит. Не странно. Это тоже палит. Так, давайте бежим вперед. Опять пенспрей. В Сан-Андреас, как я уже ранее говорил, можно было выпить оттуда, выпить, и ХП пополнялось. А здесь так сделать нельзя. Кстати, очень странно, могли бы так бы сделать. Типа обезболивающие ты уже все взял, и ты пенспрей пьешь спокойно, и все. Ну, видимо, скорее всего, он не может выпить, потому что у него денег нет. Тут же нужно деньги вставлять, монеты некие вставлять, чтобы получить, получается, напиток. А у него денег вообще нет, он же убегает, он же беглец. Откуда у него деньги? Скорее всего, из-за этого, наверное, так сделают. Я так думаю, way out your punk. Way out your punk, точнее. А куда бежать дальше, я не понимаю вообще. Тут столько всяких. Какой-то лабиринт, реально, народ. Это реально какой-то лабиринт, ну серьезно. Ну это идиотство какой-то. Посмотри, какой лабиринт, ну правда. Это же какой-то вообще непонятно. Непонятно, что это. Так. Блять! Ааа! Пиздец! Ааа! Делать нету. О, отлично. Пиздец. Я уже обосрался. Иди нахуй. Испугали меня, скоты, блин. Давай, давай, давай. Вы видели, как они набросились? Я просто, ну, они резко, блин, поднабросились. Это ж капец какой-то. Серьезно, это капец какой-то. Резкий спаун такой невероятный. Невероятно резкий спаун, это ж капец какой-то. Я просто иду вперед, они такие, блин, за мной. Там, по-моему, тут какой-то еще один был. Не, их по-моему, двое еще. Странно, по-моему, их было больше. По-моему, их было трое или четверо вообще, я не помню уже. Так, давайте... Посмотрим. Они просто откуда ни возьмись взялись, короче, откуда ни возьмись просто. Из ниоткуда, блядь, из воздуха. Это, походу, такой скрипт. Так задумано, походу. Так, давайте вот побежим. А, тут еще есть даже... еще есть один вход. А, это с аптечкой, да. Но пока брать я ее не буду, потому что у нас так здоровья много, нам еще понадобится эта аптечка для будущего, возможно. Поэтому давайте...
Ну еще. А, походу это конец уровня. Нормально. Нормально, конец уровня. Ну да, конец уровня, здорово. И мы потратили на это 40 минут. В принципе, нормально. Пашенди будет доволен. Это, как говорится, не очень много, не очень мало. Вот. Плюс вступление, концовка, там и того будет минут 43 или 42 минуты. В общем, это была шестая серия Манхант, Охотник на человека. Получается, это был новый уровень с новыми врагами под названием Боевые псы. Они намного сильнее прошлых врагов, намного мощнее. Нам также попался с вами Дрободан. Даже два типа Дрободана, но я на второй переходить не стал. Мне, в принципе, первый нравится. И одного врага, соответственно, пришлось убить с этого Дрободана, потому что не было другого выхода. Иначе бы он нас убил. С ближним боем, короче, бесполезно их убивать. Тут их только скрытным убийством, либо огнестрелом. Звонок. Анька звонит. Народ, в общем, всем вам желаю успехов, всем удачи. Всем пока. Сейчас, секунду. Алло, Зай, это ты? Ну, пока время есть, да, я покурить вышел. Сейчас, Зай. Да, Зай, сейчас, погоди секундочку. Все, всем пока.